Ну, сказки сказками, а нам уже пора, однако, закругляться с древнерусским гороскопом. Жаль, конечно, можно было бы и продолжать. Но я затеял эти рассуждения лишь для того, чтобы поближе подобраться к богу Карачуну, поскольку вслед за вырганью именно он владел людскими судьбами с 11 студня, то есть декабря, и по 23. А я напомню вам, что старец Феодор Казьмич Казьмин, судя по его признанию, а вместе с ним и государь Романов Александр Павлович, по определению, родились в один и тот же день, 12 декабря 1777 года по юлианскому календарю и 23 числа по новому, григорианскому. И, соответственно, мы можем смело утверждать, что родились они и так, и этак, как раз в положенный отрезок времени, которым и владел дед Карачун. А наши предки небезосновательно считали этот срок самым тяжелым временем в году. И деда этого считали самым страшным. Не зря ведь само слово «Карачун» у нас всегда, во все века и по сей день ассоциируется со словом «смерть». Дать Карачуна – это значит врезать дуба, что однозначно выражению «сыграть в ящик». А если Карачун хватил кого-то, это значит кто-то, человек или животное, внезапно окочурились. Быть на карачках раньше означало лежать на четырех костях, то есть быть при смерти. Вообще-то, по большому счету, наши предки не особо и боялись смерти. Такие глупости, как ад и рай, им были неизвестны. По их глубокому осмысленному убеждению, их жизнь не являлась одноразовой, поскольку они верили в бессмертие души. Смерть для них была всего лишь сменой формы бытия. За ней придет другая жизнь, и так до бесконечности. Чего бояться? Поэтому и скипер-зверь, и выргань, и марена не пугали. За свои жизни наши предки не цеплялись, как в последний раз. Но с Карачуном случай был особенный. Его действительно боялись. Хотя и до поры до времени. Потом все изменилось. А вначале было страшно. Бог Карачун когда-то был на службе у Кощея. Он обитал в подземном царстве наряду со всякой нечистью по ту сторону Калиного моста. И однажды, выполняя волю злобного Кощея, он покинул это царство, чтобы править на земле. А вместе с ним и выбрались наружу холода. Наступила нескончаемая зима. Карачун повелевал морозами. На его службе были злые волки, оборачивающиеся метелями, и медведи-шатуны, отвечающие за бураны. Лютовал дед Карачун, свирепствовал, дул в обе щеки, замораживая все живое. Холод был неимоверный. Никого он не щадил, ни птиц, и ни животных. Люди нос боялись высунуть из дома. Родители не выпускали своих деток на прогулку. Злой дед их воровал и складывал в мешок, превращая их потом в снеговиков. Никто не мог с ним справиться. Богатыри и рады были с ним сразиться, но лютый холод им не позволял к нему приблизиться. Все было заморожено, земля как будто замерла. Дневное время становилось все короче и короче. Солнышко уже не пробивалось сквозь густую пелену морозного тумана. Казалось, что вот-вот
и зло восторжествует. Землю навсегда покроет мгла. Но, к счастью, силы света не оставили в беде своих детей. На помощь к ним пришла жена Сварога Лада, любимая богиня русского народа. Сама красавица из всех красавиц, богиня Лада, сотворила копию самой себя, Снегурочку, красу-девицу изо льда, готовой пожертвовать собой во благо продолжения существования человеческого рода на земле. Снегурочка должна была умилостивить злого старика и попросить его не замораживать природу, дать возможность людям жить. И злые силы расступились перед ней. Дед Карачун был очарован красотой Снегурочки. Он был готов на все, лишь бы краса-девица согласилась стать его женой. Воспламенился дед и крепко обнял девицу. Увы, произошло непоправимое. Она растаяла в его объятиях. Дед Карачун поплакал и оттаял тоже. И вместе с ним оттаяла природа. Стихли вьюги, улеглись бураны, спали холода. А вскоре пришла весна. Такой вот покровитель и достался старцу Феодору Кузьмичу, а заодно и Александру Первому. Ну а теперь попробуем взглянуть на них глазами современного исследователя, знакомого со всеми передрягами их бытия. И приспособим к этому исследованию древнерусский гороскоп. Вы извините, но в другие гороскопы я не верю. Ни в западные, ни в восточные, тем более в какие-то зороастрийские. А мы-то здесь при чем? Мы люди русские. У нас своя история, древнее всех историй вместе взятых. Своя культурная среда, свой образ жизни, свои привычки, предрассудки, своя вера. Мы православные, как были, так и остаемся ими, независимо от смены декораций. Да мы и мыслим даже по-другому, чем на Западе и на Востоке, не говоря уже о Юге. Зачем навязывать нам чуждые мировоззрения? У нас свой путь, и нам не по дороге с теми, кто живет обманом. Древний Египет, Древний Рим, Древняя Греция. Но сколько можно нас дурить? Почему все забывают про Святую Русь? Не Киевскую, которой не было и не могло быть, а Святую, то есть древнюю и по-настоящему Великую Тартарию. Татары ни при чем здесь. Тарх – это наш бог. А Тара, соответственно, верховная богиня. Отсюда и пошла Тартария. Ну а татарами до 18 века называли казаков. Возвращаясь к гороскопам, западным, восточным, да и прочим, я могу сказать определенно. Они нам не подходят. У них свои созвездия. Скорпионы, обезьяны, львы, возможно, им они и кажутся такими в небе с территории Востока или Запада. А у нас свои чертоги – волк, лиса, медведь, ну и так далее. Нам они гораздо ближе и роднее. Львов у нас не водится, а скорпионов и подавно. Фу, какая мерзость! Обезьян откуда взять? Придумали каких-то близнецов, Кастора и Полукса, и они друг к другу тянутся. Зачем, хочу я вас спросить. Мне, к примеру,
это совершенно не подходит. Я могу тянуться только к женщине. А ведь я так называемый близнец. То ли дело наша Кострома. Она действительно двуликая. В ней есть и женское начало, и мужское. Бог с ним. Я согласен. Я могу и добрым быть, и злым одновременно. В этом плане дети Костромы действительно сравнимы с близнецами, только разнополыми. Но время наше длится только 10 дней, со 2 по 12 июня. Зачем примазывать к нам целый месяц, с конца мая по конец июня, как это обозначено в привычном европейском гороскопе? С чего бы это вдруг объединять в один, 3 разных знака, совершенно не похожих друг на друга? Конец мая в нашем гороскопе за богиней Летницы. Но у нее одно лицо. Очень красивое, конечно, да еще бы. Она богиня красоты, любви и счастья. И дети у нее такие же красивые, счастливые, наверное. У них все мысли только о любви. А потому они не очень серьезные. У них 7 пятниц на неделе. И у них не может быть двойного «я». Проехали. За Костромой идет Додола. Тоже раскрасавица, богиня вечной молодости. Потому и дети у нее ведут себя как малые детишки до глубокой старости, веселые, забавные и озорные. Им подавай утехи, развлечения, прекрасный знак, но опять же не обремененный двойственным сознанием. Ну а теперь откройте древнерусский гороскоп в любой редакции, пусть даже сотни самых разных, и найдите Кострому. Ну, прочитали? Мы совсем другие. И у нас совсем другие интересы в жизни. Как можно нас объединять с детьми Додолы или Летниц? Кому-то посиделки, развлечения, а кому и тяга к знаниям, и стремление к полету. Что называется, в одну телегу прячь не можно. А между тем у европейцев все 3 знака сведены в один. Вот и верим после этого. И в декабре они придумали какого-то кентавра. Что почем? Мы и в глаза не видывали такого зверя. А у нас опять же троевластие. Сначала выргань правит бал. Потом дед Карачун, ну а потом Перун. И вновь любой из этих знаков никак не совместим друг с другом. Ох, увлекаюсь я. Ну и что там наши именинники? С кого начнем? Однако с Александра Первого. О нем мы знаем больше. Итак, Романов Александр Павлович. Российский самодержец, сын Павла I, внук Екатерины II, правнук непонятно чей, может даже он и русский по отцовской линии. Воспитывался лично бабушкой императрицы, вырос при ее дворе, получил прекрасное образование, в возрасте 23 лет сам стал императором. Пробыл на престоле долго, 24 года. Ну и как же на его судьбу повлиял дед Карачун? Увы, влияние заметно, очень даже. Дедушка его, император Петр Федорович Гольштейн-Готтарпский, не умер от поноса, как свидетельствовал официальный бюллетень, а принял мученическую смерть от руки любовника своей жены, лейб-гвардии сержанта Алексея Орлова. Папаша, император Павел Петрович,
тоже Гольштейн и так далее, скончался в собственной опочивальне от апоплексического удара в голову табакеркой. Далее. У Александры было целых 6 сестренок, 5 родных и 1 сводная. В живых остались только 2, а остальные приказали долго жить. 2 сестры еще в младенчестве, 2 в юном возрасте. Потом он стал большим и сам завел себе детей. 2 от женушки Елизаветы Алексеевны и 4 нажил с любовницей Нарышкиной Марией. Все были девочками, и все они, увы, пожили очень мало. Последняя из них скончалась в возрасте 15 годков. Неотступно Карачун ходил за Александром. Его влияние распространялось не только частным образом на самого царя, но и опосредственно на всю Российскую империю и даже более того, на всю Европу. Вопрос один есть на засыпку. С кем вела войну Российская империя в 812 году? Понятно, что с Наполеоном, но только лишь французы воевали с нами. Увы, мы воевали, как всегда, со всей Европой. Самих французов великой армии Наполеона было меньше половины. А остальные кто? Ну, как всегда, австрийцы. Наши бывшие союзнички, в обозе у которых были мародеры из Галиции. Прусы, как без них, и прочие германцы. Само собой, поляки. Их ведь хлебом не корми. Испанцы, итальянцы тоже куром насмех поучаствовали. Голландцы, венгры, португальцы и даже вроде как нейтральные швейцарцы тоже с нами воевали. Короче, армия 12 языков. Хотя на самом деле их гораздо больше было. Американцев только не было. А англичане были, хоть и считались нашими союзниками, из-под тишка, как это принято у них. В то время ведь еще одна война велась на юге, с Персией, а англичане помогали шаху. Всем хотелось откусить от пирога, но подавились, тоже, как всегда. Не впервой нам приходилось всю Европу бить. Да и всех прочих. Нате-ка, ребята, выкусите. Били вас и будем бить. Давненько не топтали наши сапоги в вашей столице. Так обращайтесь, нам не привыкать. Россия потеряла в ту войну не менее 200 000 человек. Но супостаты несравнимо больше. Вот тебе и Карачун. Какие там еще характеристики присущи его деткам? Так, депрессия к ним часто в гости ходит. Раздражительный, угрюмый, психически неуравновешенный. Но это все про нашего героя. Что еще? Имеет склонность к путешествиям, недомоседы. Все понятно. Мы даже помним эпиграмму Пушкина. Всю жизнь провел в дороге, с окончанием ее пока повременим. Что далее? Незаурядные способности к изучению иностранных языков. Ну ясно, Александр Павлович был известным полиглотом. Трудолюбивый. Это снова про него. Император делал все своими собственными руками. А что же ожидает их в конце пути? Ого! Вот это завершение! Причем во всех характеристиках без исключения. Однако процитирую одну из них.
велика вероятность, что им захочется уйти от действительности в мир фантастических грез. Ну вот, ребята, что и следовало ожидать. Так и превращается недобрый Карачун в доброго Дедушку Мороза. Так и превратился император Александр I в старца Феодора Казмича. Но со старцем все понятно. Ему присущи те же самые характеристики. Все та же меланхолия, депрессия и трудолюбие ему не занимать. Ну и так далее. В отличие от западного гороскопа, наш имеет точечное сходство со своими представителями. Мне вот, например, судьба определила быть писателем. Ну вот я и пишу.